Дорогие мои друзья, всем привет! Сегодня в мастер-классе я предлагаю вам вместе со мной сплести вот такую замечательную фигурку из мультфильма Hello Kitty My Melody. У меня получилась вот такая замечательная фигурка, которую можно использовать в качестве сережек, в качестве колечка. Также можно использовать данную фигурку в качестве кулончика и брелочка. Если вам нравится, продолжайте смотреть данное видео. Итак, друзья, приглашаю вас на мастер-класс. так друзья, по материалам нам с вами понадобится бисер четырех цветов. Черный, желтый, розовый и белый. Плести мы с вами будем на вот такой лесочке. У меня 0,2 мм толщиной. Мы начинаем, отрезаем лесочку около метр двадцать длиной и приступаем к работе. Итак, друзья, я нарисовала быстренько схемку и смотрите, мы будем как с вами работать. Вначале мы сплетем самый длинный ряд. Он состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 крестиков. Мы пройдем с вами сверху вниз. Затем каждый ряд, потому что я буду плести одной иголочкой, я буду проходить снова вверх, без бисера, просто пустой иголочкой, чтобы ряд выровнять. Затем второй ряд мы будем плести, также он самый длинный у нас. Затем коротенький центральный и вот таким вот образом мы сплетем всю фигурку. Так, друзья, набираем на иголочку в начале 4 розового цвета бисеринки. Набрали 4 розовые бисеринки, опускаемся вниз по ниточке и затем завязываем узелок. Затем, друзья, от узелка проходим на пару бисеринок вперед. Затем, друзья, набираем на иголочку три розовые бисеринки и проходим в эту же бисеринку, из которой у нас выходит лесочка, с противоположной от выхода нитки стороны. Два крестика. Затем проходим вперед по ходу плетения через две бисеринки. Вновь набираем три розовые на иголку. 3. Снова проходим в эту же бисеринку с которой выходит ниточка, но с противоположной стороны опять проходим вперед через две бисеринки. Затем друзья у нас с вами по схеме одна бисеринка розовая, одна белая и одна розовая. Затем проходим в эту же бисеринку, из которой выходит ниточка, но с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем проходим вперед через две бисеринки, выход ниточки из белой. Затем, друзья, вот так получается. Поправляйте сразу крестики ваши, чтобы они не заваливались на одну сторону. Затем набираем на иголочку одну бисеринку белую, одну бисеринку черную и одну бисеринку белую. Вот так проходим в эту же бисеринку, с которой у нас выходит ниточка с противоположной от выхода нитки стороны. Затягиваем, проходим иголочкой вперед через белую и черную. Три черные бисеринки. Набираем три черные бисеринки. Это у нас глазик. Проходим в черную бисеринку с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем проходим вперед через две черные поправляем бисеринки затем следующий крестик мы с вами набираем 3 бисеринки белого цвета проходим в черную с противоположной от выхода ниточки стороны проходим вперед через две белые и последний крестик друзья мы с вами набираем две бисеринки розовые и одну бисеринку белую Проходим в эту бисеринку с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем проходим, смотрите, вперед через две розовые. И, как я вам уже сказала, проходим пустой иголочкой без бисера вверх по всем бисеринкам. То есть для того, чтобы выровнялся наш с вами ряд. Я один раз покажу, потом буду говорить просто. И вы будете сами проходить по бисеринкам. Вот таким вот образом нужно пройти. Вот так в обратную сторону. Сейчас покажу вам, насколько будет ровнее ряд после того, как мы вот так с вами пройдем. Затем проходим в две черные. Первая, вторая. Затем в две белые проходим. Смотрите, на глазах выравниваются крестики, потому что мы прошли как положено с вами по всем бисеринкам. И подтягивать нужно немножечко, чтобы они выравнивались. Вот так вот будем проходить каждый ряд и выравнивать крестики. Я категорически не люблю плести двумя иголками, двумя концами лесочки, поэтому у меня такой способ работы. Смотрите, прошлись, и наши с вами крестики выровнялись полностью. Идеально ровный ряд. Затем, друзья, проходим еще в следующую розовую. И затем нам нужно выйти вот из этой боковой бисеринки розового цвета. Проходим. Плетем следующий ряд. Набираем на иголочку 3 розовые бисеринки. 3. И проходим в эту же бисеринку с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем, друзья, проходим вперед через вот эту центральную розовую бисеринку, затем набираем на иголочку две розовые бисеринки, проходим вначале вот в эту боковую бисеринку розовую, а затем в ту, из которой торчит ниточка. Затем, друзья, проходим вперед через две бисеринки нового крестика, а также сразу заходим в бисеринку боковую от предыдущего ряда затягиваем, снова набираем на иголочку две розовые бисеринки, 2. проходим смотрите вначале в центральную бисеринку нового крестика, затем в ту из которой выходит ниточка. Затем проходим в центральную бисеринку нового крестика. Набираем розовую и белую. Проходим вначале в боковую бисеринку розовую, затем в ту, из которой выходит ниточка. Подтягиваем. Проходим вперед через розовую, белую и белую боковую. Набираем на иголочку 2 белые бисеринки. 2. Проходим вот в эту вначале бисеринку, затем в ту, из которой у нас выходит ниточка. Затем проходим вперед через белую бисеринку, Набираем еще две белые бисеринки. Проходим в черную в начале боковую, затем в ту, из которой выходит ниточка. Вот так. Затягиваем. Проходим вперед через белую, вторую белую и проходим в боковую белую. Так, еще раз набираем на иголочку две белые бисеринки. И снова проходим, смотрите, через вот эти две белые бисеринки, затягиваем. Затем проходим вперед через центральную белую бисеринку нового крестика. Затем друзья набираем на иголочку одну бисеринку белую, одну бисеринку розовую и проходим вначале, смотрите, в боковую бисеринку, а затем в ту из которой выходит ниточка. Два ряда сплели. Теперь я пройду по этому ряду вверх, как вам показывала. Друзья, для продолжения работы нам с вами нужно выйти вот из этой белой бисеринки. Набираем на иголочку в начале три белые бисеринки. Набрали. Проходим в эту же бисеринку с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем проходим по этим трем бисеринкам вперед. а также заходим в белую боковую бисеринку предыдущего ряда. Затем, друзья, мы с вами набираем желтую бисеринку на иголочку и белую. Проходим в эту бисеринку вначале в новую, в нового крестика, затем в ту, из которой у нас ниточка. Это у нас носик. Проходим в желтую бисеринку. Набираем на иголочку две белые бисеринки Проходим вначале в боковую бисеринку белую, затем в желтую, из которой у нас торчит ниточка. Подтягиваем. Затем проходим вперед через две белые бисеринки и заходим в белую бисеринку боковую. Здесь мы набираем, друзья, одну розовую и одну белую. Проходим вначале вот в эту центральную белую а затем в боковую, из которой у нас торчит ниточка. Пройдем этот ряд пустой иголочкой снизу вверх, так как показывала. Для продолжения работы выходим вот из этой белой бисеринки. Затем набираем на иголку первый раз три белые бисеринки. Проходим в эту белую бисеринку с противоположной от выхода ниточки стороны, затем проходим в центральную бисеринку. Подтягиваем. Затем у нас по рисунку идет глазик, и мы с вами набираем черную бисеринку и белую. Набрали черную и белую. Затем проходим вначале в боковую бисеринку предыдущего ряда, а затем в ту, из которой выходит ниточка. Подтягиваем. Затем, друзья, проходим в черную. Затем проходим в белую, а также в белую боковую набираем на иголочку две белые бисеринки проходим вот в эту бисеринку затем в ту из которой выходит ниточка затягиваем затем проходим в центральную бисеринку нового крестика одну белую одну розовую Заходим смотрите в боковую белую затем в ту из которой выходит ниточка и поднимаемся вверх. Нам нужно выйти вот из этой белой бисеринки, чтобы доплести вверх ушко. Итак, друзья, вышли для продолжения работы вот в этой белой бисеринке. Затем набираем на иголочку 3 бисеринки розовые, доплетаем ушко. Проходим в эту же бисеринку с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем проходим, смотрите, в 2 розовые чтобы снова у нас ниточка выходила из центральной бисеринки. Затем набираем на иголочку 3 розовые бисеринки. Проходим опять в эту же бисеринку центральную с противоположной от выхода ниточки стороны. Второй розовый у нас крестик готов, Ушка. Затем проходим вперед через 2 розовые. Затем набираем на иголочку 2 розовые бисеринки и одну белую проходим в эту бисеринку с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем проходим вперед через розовую. Затем еще вперед через розовую. И нам с вами нужно выйти из вот этой белой бисеринки. Для продолжения работы выходим из вот этой белой бисеринки на ушке. Затем, друзья, набираем на иголку 3 белые бисеринки. Проходим в белую бисеринку с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем проходим в белую бисеринку вперед. Еще вот в эту белую. Затем выходим из вот этой центральной белой бисеринки. И набираем на иголочку 3 розовые. Проходим в белую бисеринку с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем проходим вперед через все розовые. Через первую проходим. Через вторую. Через третью. И далее мы заходим в белую. Затем в следующую белую. Нам нужно выйти из центральной белой и выходим из центральной белой бисеринки. Вот она. Заходим. Пока мы в белой бисеринке, набираем желтую. Вот выходит ниточка вправо, а я захожу слева направо в противоположную бисеринку белую. Вот так затягиваем. Затем проходим опять в эту бисеринку желтую и снова проходим в белую бисеринку основы затем набираем на иголочку две розовые бисеринки заходим смотрите в боковой крестик в боковую бисеринку розовую а затем опять в белую из которой у нас ниточка затягиваем затем проходим вперед через две розовые нового крестика первая, вторая. И также заходим сразу в боковую розовую следующего крестика. Набираем на иголочку белую бисеринку и розовую. Проходим вначале в центральную бисеринку розовую, затем в ту, из которой ниточка. Затягиваем. Проходим вперед в белую. Набираем на иголочку две белые Проходим вначале в боковую белую, затем в ту, из которой ниточка. Затем проходим вперед через две белые и заходим в черную. Набираем две черные. Затем проходим в центральную белую, затем в черную, из которой у нас ниточка. Затем проходим вперед в центральную черную. Набираем на иголочку две белые. Заходим в боковую белую, а также в черную центральную. Затем проходим по двум белым нового крестика и также входим сразу в белую боковую. Набираем две розовые, Заходим в центральную белую, а также в ту из которой ниточка. Затягиваем. проходим вперед через две розовые. Затем проходим еще вперед через белую, затем еще вперед через белую, в черную. Выход ниточки для работы из вот этой белой бисеринки. Затем набираем на иголочку две розовые бисеринки и одну белую. Проходим в эту же бисеринку боковую с противоположной от выхода ниточки стороны. Затем проходим по двум розовым нового крестика. Затем проходим в белую и заходим в черную. Затем набираем на иголку одну белую и одну розовую. Проходим в белую и в черную. Затем проходим в белую на новом крестике, подтягиваем. Так, друзья, и последний крестик мы набираем две розовые бисеринки, проходим в белую боковую, затем в белую центральную на новом крестике предыдущем. Затем проходим вперед через розовую. Затем проходим еще через розовую вперед. Смотрите, дальше мы идем вот в эту бисеринку розовую. Нам нужно выйти из белой бисеринки на ушки, вот здесь. Затем проходим вот в эту бисеринку розовую. Без бисера, просто проходим к нужному нам месту для продолжения плетения. Затем в белую вот в эту. И выходим мы с вами вот из этой боковой бисеринки белого цвета. Набираем на иголочку три розовые бисеринки. Проходим в эту же бисеринку белую с противоположной от выхода ниточки стороны. Затягиваем. Затем проходим вперед через вот эту верхнюю бисеринку розовую нового крестика. Затем набираем на иголку еще две розовые бисеринки. 2 и закрываем это ушко проходим смотрите вначале вот в эту бисеринку розовая которая вверху а затем в ту из которой выходит ниточка у нас все одну половинку мы с вами закончили теперь нам нужно с вами вернуться вот к этой белой бисеринке чтобы доплести три последние крестика доплетаем краешек нашей My Melody выходим из вот этой белой бисеринки, набираем белую бисеринку и еще две розовые. Первый раз три набираем, проходим в эту же бисеринку, из которой у нас выходит ниточка. Затем проходим по ходу плетения вот в эту белую новую бисеринку. Затем, друзья, набираем розовую и белую. Заходим в черную бисеринку. Затем проходим вперед через белую бисеринку. Затем вперед проходим через розовую. Через белую. И еще проходим в боковую белую бисеринку. Набираем на иголочку две розовые бисеринки. И замыкаем крестик на двух белых бисеринках. То есть проходим через две белые. Все, наша фигурка полностью готова. Осталось закрепить, зафиксировать ниточку, пройти в обратном направлении, чтобы выровнять данный ряд. То есть быстренько вот так проходим по бисеринкам пустой иголочкой вниз. И еще нужно будет сплести точно такую фигурку. Далее я покажу, как их между собой сшить. Теперь давайте сошьем две половиночки нашей фигурки между собой. Вот вышла у меня Ниточка, оставшаяся. Я прохожу, смотрите, в ближайшую на вот этой фигурке бисеринку розовую, изнанка к изнаночке. И совмещаем таким образом, чтобы бисеринка располагалась напротив бисеринки. В данном случае вот две розовые. Затем я буду набирать розовую бисеринку, проходить в противоположную бисеринку на второй половинке. Затем вновь я набираю розовую бисеринку и закрываем этот крестик. Опять проходим в эту розовую на второй половинке. Видно, вам получился крестик. Затем смотрите, проходим в только что добавленную розовую вперед. И затягиваем. У нас получается крестик. Вот такими крестиками мы должны сшить по всему периметру. То есть проходим затем в следующую розовую. Затем набираем розовую бисеринку опять. Затем проходим вот в эту розовую, а затем в ту, которую мы только что с вами пришили. Еще один образовался у нас крестик, видно? Затем проходим вперед через вот эту розовую и ту, которую мы только что пришили с вами. Так, затем проходим вот в эту розовую на ближайшей к нам половиночке. Набираем опять розовую бисеринку. И вот таким вот образом сшиваем по всему периметру, набирая по одной бисеринке. У меня где-то завязался узелок на этой ниточке, поэтому она вот так вот щелкает при прохождении по бисеринкам. Так, затем проходим вперед через вот эту бисеринку, через следующую и еще через следующую. Так, добавляем еще одну здесь, набираем одну недостающую бисеринку, проходим в противоположную и очередной крестик готов. Я думаю, здесь ничего сложного нет и вы все умнички, вы разберетесь. Пожалуйста, сшейте таким образом по периметру, по всем бисеринкам. Далее продолжим. Что же, друзья, я сшила по периметру бисеринки, как вам показала. И у меня получилась вот такая милая фигурка My Melody. Если вы хотите, вы можете сделать из этой фигурки колечко. Для этого достаточно просто выйти вот из этой точки. То есть черная бисеринка на глазике вот боковая выходим из черной бисеринки. Затем просто набираем 3 розовые бисеринки на иголку. 3. И вновь проходим в эту черную бисеринку. Это будет наш с вами первый крестик нашего колечка. Вам просто нужно теперь сплести необходимое количество крестиков для того, чтобы обхватить ваш пальчик. То есть далее вы проходите вот так в центральную бисеринку вот в эту. Снова набираете 3 бисеринки. И так как мы с вами плели, плетете поясочек. И крепиться вы будете вот к этой бисеринке черного цвета. Ну что же, друзья, если урок вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал, а также делитесь в ваших соцсетях данным уроком. Пусть и ваши друзья и подруги сплетут для себя такую замечательную фигурку. На этом все, друзья. До новых встреч. Всем пока.